Добрый день. Кубик Рубика – это механическая головоломка, которую в 1974 году изобрел венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрна Рубик. Поэтому в названии этой головоломки есть слово «Рубик». Это фамилия человека. Поэтому называть его следует кубик Рубика, а не кубик Рубик, как многие ошибочно делают, поскольку это кубик, изобретенный Рубиком. Эта головоломка давно известна, и многие люди ее собирали, либо когда-то ей владели. Я встречал много товарищей, которые собирали одну или две стороны, и иногда у них получалось собрать три, а может и больше, либо случайно не когда-то собирали полностью. Кажется, что это достаточно сложная задача, но сегодня я постараюсь вам показать, как собрать кубик Рубика. Сборка кубиков будет разделена на несколько этапов. На первом мы соберем крест, сделаем его правильным. Потом соберем один слой. Далее соберем два слоя. Крест на верхнем слое. Правильно ориентируем элементы на верхнем слое. Расставим ребра верхнего слоя. И уже после полностью соберем куб. Для начала посмотрим, из чего же состоит стандартный кубик Рубика. В нем есть три типа элементов, которые закреплены на одной крестовине, имеющей три оси вращения. Первый элемент – это центр, который имеет один цвет и жестко закреплен на крестовине. Поэтому в любом кубике напротив белого цвета – желтый, напротив зеленого – синий, напротив красного – оранжевый. Следует отметить, что это классическая цветовая расцветка, которая применяется на современных кубиках. Но если у вас какие-то особые версии, то цвета могут отличаться, и напротив белого может быть цвет другой. Современные кубики имеют именно такую расцветку. Второй тип элементов – это ребро. Ребро имеет два цвета, в данном случае белый и зеленый. Третий тип – это угол. Угол имеет три цвета. Белый, синий, красный, как здесь. Как нетрудно догадаться, центров у нас 6 по количеству цветов. Ребер 12, 4 на одном слое, 4 на другом и 4 на третьем. А углов 8, 4 здесь и 4 здесь. Для того, чтобы научиться собирать кубик, вам потребуется сам куб. Но прежде чем учиться, проверьте, что оно в собранном состоянии. Бывает такое, что вы где-то нашли перемешанный кубик, пытаетесь его собрать по различным видео, а он не собирается. Это случается из-за того, что кто-то мог механически перемещать детальки кубика не по своим местам, либо один уголок вот так вот повернулся, и в таком положении кубик алгоритмами собрать просто не получится. Поэтому убедитесь, что у вас куб собран правильно. Либо возьмите собранный куб, либо попросите тех, кто умеет, собрать вам кубик, и после этого приступайте к обучению. На первом этапе мы должны собрать крест. Крест мы будем собирать белый, можно на самом деле собирать любой цвет, но белый наиболее яркий, обычно именно с него все начинают. Хотя это не обязательно. Для того, чтобы собрать крест, нам необходимо поставить 4 ребра к белому центру. Ребра должны иметь белый цвет и какой-то еще. Расположим белый цвет сверху и поищем белые ребра. Самый простой случай, когда они располагаются на втором слое. К примеру, вот белое ребро, бело-зеленое. Для того, чтобы его совместить с белым центром, достаточно просто сделать вот такое движение. И у нас получится первый ус креста. К примеру, вот еще одно ребро, можем его аналогично поставить. То есть со второго слоя мы просто поднимаем ребро наверх, и ребро становится на свое место. Но не всегда все бывает так просто. К примеру, ребро может находиться на верхнем слое. В этом случае, для того, чтобы его перевести на второй слой, мы просто вращаем переднюю грань. Из этой ситуации мы уже знаем, нужно просто приподнять вверх. Аналогично, если у нас ребро находится на нижнем слое,
Мы также поворачиваем переднюю грань для того, чтобы оно встало на второй слой, и отсюда уже поднимаем. Важно заметить, что когда мы поднимаем ребра, надо следить, чтобы здесь было свободное место. К примеру, если здесь у нас одно ребро уже стоит, мы пытаемся поднять, то мы, конечно, это ребро поставим к белому центру, но то, которое здесь стояло, оно уйдет назад, и ситуация у нас не улучшится. Поэтому, прежде чем поднимать ребро, мы должны проверить, свободно здесь или нет. Если не свободно, просто поворачиваем крышу так, чтобы место было свободно. И после этого поднимаем наше ребро. Смотрим. Вот ребро снизу. Для начала мы должны его переместить на второй слой. Но во время перемещения мы будем ломать уже собранные ребра, которые стоят сверху. Поэтому сначала также повернем крышу, чтобы здесь, к примеру, было свободно. Поднимаем ребро. Видим, место свободно, поэтому ставим ребро сюда. Еще одно ребро. Оно стоит на втором слое, его достаточно просто приподнять. Но опять же, мы здесь будем смещать уже стоящее ребро. Поэтому повернем крышу, все равно что-то стоит. Повернем еще раз. Теперь свободно, можно поднимать. Собран крест. Иногда случается, что мы собрали уже какие-то части креста, смотрим, ищем оставшееся четвертое, но его почему-то нет. Нет ни на первом, ни на втором, ни на третьем слое. Тогда оно, видимо, снизу. Если ребро находится на нижней грани, да, и смотрит белым цветом вниз, оно ставится очень просто. Нужно просто дважды повернуть вот эту грань. К примеру, мы видим, два уса креста собраны, ищем оставшиеся ребра, находим одно, ставим, нельзя, поворачиваем, ставим. Ищем еще, не находим, значит, снизу, видим, вот оно ребро, располагаем так, чтобы здесь было свободно, если было бы занято, мы бы повернули, и дважды поворачиваем правую грань. Вот и все, крест собран. Но это еще не весь крест. Также здесь следует обращать внимание, чтобы ребра совпадали вот со своим центром. Оранжевый с оранжевым совпадает, зеленый с зеленым, синий с красным не совпадает. Красный с синим тоже не совпадает. Нам нужно, чтобы совпадали все. В случае, если у нас два ребра, правильно расположенные, находятся рядом, мы должны поставить их следующим образом. Одно слева, а другое к себе. В этом положении нужно сделать первую нехитрую формулу, которая нам потребуется при сборке. Эта формула называется пиф-паф. Содержит всего лишь 4 хода и очень проста в освоении. Выполняется следующим образом. Поднимаем правую грань. Поворачиваем крышу, возвращаем правую грань и возвращаем крышу. Мы видим, что крест у нас разрушился, поэтому необходимо его починить. Как чинить, мы уже знаем. Если ребро находится на втором слое, достаточно просто его приподнять. Последний ход, он не входит в состав пиф-пафа, это дополнительный. Что же у нас произошло? Мы видим, что все ребра расположились правильно, то есть рядом со своими центрами. В случае, если правильно стоящие ребра расположены не рядом друг с другом, а напротив, как здесь, оранжевое и красное, мы их располагаем следующим образом. Ставим одно слева, другое справа. Опускаем правое, опускаем левое, то есть те усы креста, которые стоят правильно. Вращаем крышу два раза, чтобы эти поменялись местами, и возвращаем правое и левое. Крест получается правильный. То есть все элементы креста стоят возле своих центров. Но далеко не всегда у вас сразу будут два правильно стоящих ребра рядом, либо напротив друг друга. Бывает так, что будет либо одно ребро, либо вообще ни одного. В этом случае необходимо просто вращать верхний слой до тех пор, пока какие-то ребра не станут
к своему центру. К примеру, вот здесь одно ребро. Это неправильное, это неправильное, это неправильное. То есть только одно. Вращаем еще. Главное вращать в одну сторону, чтобы не делать лишних движений. Смотрим. Неправильное, правильное, правильное. Нашли два правильных ребра. Это первый случай. Берем одно к себе, другое слева. Делаем пиф-паф. От себя крышу, к себе крышу. И чиним крест. Также бывает, что сначала вы видите, что у вас все разрушено, но стоит покрутить немного крышу, мы видим, что все ребра стоят правильно. В этом случае вам повезло, и этот этап делать не нужно. То есть, собрав белый крест, он у вас сразу сделался правильным. На этом этапе мы будем собирать первый слой целиком. Для этого мы перевернем кубик белым крестом вниз. Далее, поскольку у нас крест белый, мы должны на верхней грани искать уголки. Уголки у нас имеют три цвета, содержащие белый цвет. Если бы мы начали с другого цвета, соответственно, искали бы другой. К примеру, вот нашелся у нас бело-синий-красный уголок. Кроме белого цвета, у него есть синий и красный. Белый – цвет креста, синий и красный – это цвета тех центров, между которыми он должен располагаться. Смотрим, сейчас у нас оранжевый и синий центры перед нами и справа от нас. Должны быть синий и красный. Держим этот уголок на своем месте и вращаем нижние слои. Смотрим, синий, красный, совпадают синий и красный. Если мы сопоставили центры, далее нужно делать пиф-паф. Но количество пиф-пафов может быть разное. Здесь всего лишь три ситуации. Если вот этот белый цвет смотрит вправо, то нужно делать всего лишь один пиф-паф. У нас этот уголок встает на свое место. Ищем дальше. К примеру, вот бело-зелено-красный. Смотрим. Кроме белого цвета есть зеленый и красный. Зеленый, оранжевый. Вращаем. Красный, зеленый. Совпадает. Зеленый, красный. Этот момент очень важен, и многие новички в нем путаются. Опять же, белый цвет смотрит вправо, поэтому делаем один пиф-паф. От себя, крышу, возвращаем, возвращаем. Ищем дальше. Видим сверху вот бело-синий-оранжевый и бело-зелено-оранжевый. Ну, давайте начнем с этого. Кроме белого цвета есть зеленый и оранжевый. Вращаем нижние слои, оставляя вот этот кубик справа сверху. Оранжевый-зеленый. Оранжевый есть, но вместо зеленого синий. Вращаем еще. Зеленый-оранжевый. Кажется, что здесь оранжевый, здесь зеленый. Здесь зеленый, здесь оранжевый. Не совпадает. Но это не так важно. Главное, чтобы набор из этих двух цветов был также у этих центров. Они могут быть и не на одной грани. Сейчас уголок белым цветом смотрит вверх. В этом случае нужно сделать не один пиф-паф, а три. Делаем от себя, крыша, возвращаем, возвращаем. Это один пиф-паф. Второй пиф-паф. И видим, что у нас пришел к состоянию, когда смотрит вправо. И делаем третий пиф-паф. Уголок встал на свое место, и вот эти цвета совпадают. Ищем дальше. Видим сверху вот еще бело-синий-оранжевый уголок. Совмещаем его со своим цветом. Белый смотрит на нас, оранжевый, синий. Синий здесь, оранжевый здесь. Он уже стоит на своем месте. Если белый цвет направлен на нас, нужно сделать 5 пиф-пафов. 1, 2, 3, 4, 5. И мы видим, что у нас весь первый слой собран. К
Кроме того, что у нас белая грань вся красивая, у нас также вот эти вот полосочки тоже одного цвета. То есть первый слой не только с этой стороны, но и здесь. Здесь получаются вот такие красивые буковки Т. Если у вас не получилось вот здесь полоска одного цвета, значит, вы что-то сделали не так. Попробуйте собрать еще раз и не забывайте совмещать цвета. Также бывает, что вы собирали первый слой, но уголки у вас сверху, имеющие белый цвет, закончились. То есть, сколько ни вращаете кубик, их там больше нет. Но белая грань не собрана. В этом случае их нужно искать внизу. К примеру, вот. Уголок находится снизу, но стоит неправильно, да и не на своем месте. Как его оттуда достать? Чтобы достать уголок снизу, нужно сделать один пиф-паф. Данный уголок должен также находиться справа снизу. Когда вы сделали один пиф-паф, он у вас автоматически поднимается наверх, и мы повторяем ту процедуру, которую уже делать умеем. Цвета оранжевый и синий. Подводим свои цвета, оранжевый, синий. Белый цвет смотрит вверх, значит, делаем 3 пиф-пафа. 1, 2, 3. У нас остается еще один уголок, белый, зеленый, оранжевый, который уже стоит на своем месте, зелено-оранжевый, зелено-оранжевый. И белый цвет смотрит вправо, поэтому делаем 1 пиф-паф. Еще один пример для закрепления. Белый крест собран правильно. Переворачиваем куб и начинаем искать уголки с белым цветом наверху. Первый нам попадается белый, оранжевый, синий. Кроме белого цвета есть оранжевый и синий. Совмещаем эти цвета с цветами центров, оранжевый и синий. Уголок смотрит вправо, делаем один пиф-паф. Ищем дальше. Бело-синий-красный. Кроме белого цвета есть синий и красный. Здесь зелено-красный. Вращаем нижние два слоя. Синий-красный. Уголок смотрит вправо. Делаем опять же один пиф-паф. Ищем дальше. Находим бело-зелено-оранжевый уголок. Зелено-оранжевые центры подводим. Уголок смотрит на нас. Поэтому нужно сделать 5 пиф-пафов. 1, 2, 3, 4, 5. И остается уголок бело-зелено-красный, который у нас тут рядышком. Подворачиваем красно-зеленые центры. Уголок смотрит вправо, значит, 1 пиф-паф. Первый слой собран. Полоски одного цвета. На следующем этапе мы будем собирать элементы второго слоя. Это у нас ребра. Если мы начали с белого цвета, то сверху будет желтый. Соответственно, на втором слое ребер с желтым цветом быть не может, поскольку все ребра с желтым цветом должны быть сверху. А значит, наша задача упрощается, и нам нужно на верхнем слое найти те ребра, которые имеют любые цвета, кроме желтого. Смотрим. Синее-оранжевое, красно-зеленое, красно-синее, желто-красное. Вот это желто-красное имеет желтый цвет, и на втором слое ему делать нечего, поскольку желтый цвет весь сверху. К примеру, выберем красно-зеленое. Вот этим красным цветом его нужно совместить с красным центром. Ставим его вот так. У нас получается как бы 3 элемента одного цвета в ряд. Кроме красного цвета, ребро еще имеет зеленый. Цвет, который располагается сверху. И он должен быть либо слева, либо справа. Центр зеленый, центр синий. Очевидно, что красно-зеленое ребро должно находиться между красным и зеленым центром. Значит, место этого ребра вот здесь, справа. Получается, если место ребра справа, мы должны отвести ребро влево. То есть отсюда мы отводим его влево. Поднимаем место этого ребра вот здесь. Возвращаем ребро
возвращаем место. У нас получается вот такая вот конструкция. Бело-зелено-красный уголок и зелено-красное ребро вместе. Отводим эту так называемую пару в сторону. Поднимаем переднюю грань, возвращаем пару и опускаем. У нас получается и уголок, и ребро стоят на месте. К примеру, вот есть оранжево-синее ребро. Совмещаем со своим цветом. Получаем три в ряд. Сверху цвет синий, слева зеленый, справа синий. Место этого ребра между оранжево-синим центром. То есть место его справа. Поэтому отводим ребро влево, в другую сторону. Поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Получается пара. Отводим эту пару в сторонку. Поднимаем переднюю грань, возвращаем пару на место и ставим переднюю грань в исходное положение. Ищем дальше. Сине-красное ребро также не имеет желтого цвета. Совмещаем с синим цветом центра. Получается 3 в ряд. Красный. Слева оранжевый, справа красный. Между синим и красным цветом должно стоять вот это ребро. То есть место этого ребра справа. Отводим ребро влево, поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место, получаем пару. Отводим эту пару в эту сторону, поднимаем переднюю грань, вставляем туда пару и опускаем переднюю грань. Ребро стоит на своем месте между синим и красным центром. Оранжево-зеленое. Совмещаем со своим центром. Сверху цвет зеленый, слева зеленый, справа синий. Между оранжевым и зеленым центром должно находиться это ребро. Получается, что место ребра у нас на этот раз слева. Значит, делаем мы всю комбинацию зеркально. Если место слева, отводим вправо. Поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Эту пару отводим теперь в эту сторону, поднимаем переднюю грань с местом ребра, возвращаем пару и возвращаем переднюю грань. Весь второй ряд собран. Иногда бывает, что вы собираете второй слой, но на верхнем ряду не осталось ребер, которые не имеют желтого цвета. Но второй слой у вас не собран, как мы видим. В этом случае, если сверху не осталось ни одного ребра, который не имеет желтый цвет, смотрим на второй слой. Вот это ребро стоит неправильно. Его надо отсюда как-то извлечь. Для этого на его место можно поставить любое ребро с верхнего слоя. Абсолютно любое. К примеру, вот это. Вот это ребро поставим вправо, чтобы это перешло на верхний слой. Отводим это ребро влево, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Пара, конечно, получается некрасивая, но продолжаем делать то же самое. Отводим, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. Мы видим, что вот это ребро встало на это место, а оранжево-синее, которое здесь было, перешло на верхний слой. Теперь нам остается по уже известной методике поставить его сюда. Оранжево-синее должно распахаться справа. Значит, отводим влево, поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Получили пару. Отводим в сторону. Поднимаем переднюю грань, вставляем пару, опускаем. Смотрим, собран ли весь второй слой. Нет, не собран. Ну а сверху у нас остались, опять же, ребра, имеющие только желтый цвет. То есть аналогичная ситуация. Значит,
поставим это ребро сюда. Отводим в сторону, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Вот это импровизированная пара. Отводим в сторону, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Красно-зеленое ребро оказалось на верхнем слое. Опять же ставим его сюда. Если нужно вправо, то отводим влево, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Пара. Отводим в сторону, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. Еще один пример. Первый слой собран правильно. Ищем на верхнем слое ребра, которые не имеют желтого цвета. К примеру, оранжево-зеленые. Подводим его к оранжевому цвету, чтобы три было в ряд. Смотрим. Сверху зеленый, зеленый слева. Значит, место этого ребра слева. Если место слева, то отводим ребро вправо. Отводим вправо, поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Получается пара. Отводим пару в сторонку, поднимаем переднюю грань, возвращаем пару, возвращаем переднюю грань. Ищем дальше. Красно-зеленое. Совмещаем со своим центром. Смотрим, зеленый цвет. Здесь синий, здесь зеленый. Место этого ребра справа. Значит, отводим ребро в левую сторону, поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Получилась пара. Отводим пару в сторонку, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, возвращаем переднюю грань на место. Далее, сине-красное. Совмещаем цвет. Три в ряд. Слева оранжевый, справа красный. Место этого ребра справа. Отводим ребро влево, поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Получаем пару. Отводим пару в сторонку, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, возвращаем. Ищем дальше. Оранжево-синее. Слева зеленый, справа синий. Место ребра опять справа. Отводим влево, поднимаем место, возвращаем, возвращаем. Пара. Отводим в сторонку, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, опускаем. Проверяем. Второй слой собран. На следующем этапе нам нужно собрать сверху желтый крест. Если он получился сразу, это хорошо, значит этот этап делать не нужно. Но чаще всего бывают три ситуации. Первая ситуация – это палка. Есть центр и к нему по бокам два ребра желтого цвета. Палку нужно располагать горизонтально. Чтобы сделать из палки крест, нужно сделать нехитрые движения. Повернуть переднюю грань. Сделать пиф-паф и вернуть переднюю грань на место. Мы получаем желтый крест. Другая ситуация – это галка, где желтые ребра располагаются не напротив друг друга, а рядом. Нужно расположить их следующим образом. Одно слева, другое сзади. Из такого положения мы опять же поворачиваем переднюю грань, делаем один пиф-паф, второй пиф-паф и возвращаем переднюю грань на место. И получаем крест. Третья ситуация – это точка. Она самая долгая, самая неприятная, но делается все теми же алгоритмами. Для начала мы сделаем алгоритм как для палки, абсолютно из любого положения. Повернем переднюю грань, пиф-паф, вернем переднюю грань на место. И у нас что-то получилось. Важно, что когда мы собираем желтый крест, мы не обращаем внимания на уголки. Нам важно только центр и ребра. Помимо центра у нас есть два ребра. Значит, это галочка, поскольку они стоят рядом, они напротив друг друга. Значит, теперь мы делаем формулу для галки. Передняя грань, один пиф-паф.
второй пиф-паф. И возвращаем переднюю грань. У нас получается крест. Новички иногда путаются в определении этих комбинаций. Еще раз напомню, что кроме центра нас интересуют только ребра. Если у нас есть желтый центр, но он есть всегда, и ни одного желтого ребра, независимо сколько у нас желтых углов, то это точка. Если помимо желтого центра два желтых ребра, которые расположены напротив, то это палка. Брать ее нужно горизонтально. Опять же, не важно, сколько у нас желтых углов. Многих пугает вот такая ситуация, когда желтая грань почти собрана, но если мы посмотрим на ребра и центр, мы увидим, помимо центра есть всего лишь два желтых ребра. Они расположены рядом, значит, это галка. А то, что все углы желтые, нас сейчас мало волнует. Крест также может быть как чистый крест, так и с некоторыми собранными углами. Что с ними делать, разберемся на следующем этапе. Целью этого этапа является сборка из желтого креста полностью желтой грани. Для этого мы берем кубик следующим образом. Желтый крест у нас изначально сверху, мы его опрокидываем на левую сторону, так чтобы он смотрел в левую ладонь. Далее, обращаем свое внимание вот на этот уголок, который расположен сзади, сверху и слева. Вот этот. У него есть желтый цвет. Если желтый цвет смотрит назад, то нужно сделать два пиф-пафа. Один. Второй. Обращаем внимание, что желтым цветом повернулся в правильную сторону. Далее важно, что мы никак не перехватываем куб. Если у нас был оранжевый сверху и зеленый к себе, то так оно и остается. Нам нужно повернуть левую грань, так чтобы место вот этого уголка занял какой-то другой несобранный. Здесь желтый цвет смотрит вверх. Если вверх, то мы делаем 4 пиф-пафа. Один, второй, третий, четвертый. Уголок повернулся правильно. Подворачиваем следующий, сам кубик не перехватываем. Желтый цвет смотрит назад. Делаем два пиф-пафа. Раз, два. Причем не стоит пугаться, что вот эта часть кубика у нас полностью размешивается. Если делать все правильно, то в конце сборки желтой грани все это вернется на свое место. Желтый цвет на месте, подворачиваем следующий. Желтый смотрит вверх. Делаем 4 пиф-пафа. 1, 2, 3, 4. У нас собралась желтая грань, и вот эти свои тоже вернулись в исходное положение. Рассмотрим случай, когда у нас неправильно ориентированы три угла. Видим, этот уголок стоит правильно, а вот эти три нужно развернуть. Делаем все то же самое. Опрокидываем желтый крест влево. Смотрим, этот уголок собран, значит, можно сразу подвернуть следующий. Желтый цвет смотрит назад, делаем два пиф-пафа. Раз, два. Правильно повернулся. Подворачиваем следующий. Опять смотрит назад. Делаем еще два. Один. Второй. Следующий уголок. Один пиф-паф. Второй. Поскольку также он смотрел назад. И желтая грань собирается. И ситуация, когда у нас есть два угла. Все эти ситуации решаются абсолютно одинаково. Опрокидываем желтый крест влево, смотрим. Желтый цвет обращен назад. Делаем два пиф-пафа. Один, два. Не перехватывая кубик, поворачиваем левую грань. Желтый цвет смотрит вверх. Делаем еще 4. Один, два, три, четыре. И желтая грань собралась.
Многих новичков пугает такая ситуация, которая случается на этом этапе. К примеру, у нас опять неправильно повернуты два элемента. Мы делаем все то же самое. Видим, желтый цвет смотрит вверх. Делаем 4 пиф-пафа. 1, 2, 3, 4. Подворачиваем следующий. Смотрим, желтый опять вверх. Делаем еще 4. 2, 3, 4. И желтая грань собралась, а здесь все перемешалось. Что же делать? На современных кубиках иногда такое случается. В этом случае не надо расстраиваться. Нужно просто продолжить делать пиф-пафы до тех пор, пока вот эти все свои не соберутся. То есть еще либо 2, либо 4. Тогда посмотрим на желтую грань. Один уголок неправильно развернут. Такое случается, если он механически повернулся. Для этого мы просто возвращаем его на место. Это редкий случай, если у вас кубик достаточно свободно настроен и уголки легко поворачиваются. Злоупотреблять этим не надо, но иногда случается, и многих это пугает. До этого момента все было достаточно просто. Алгоритмы, если и были, то они очень простые и интуитивно понятные. Для того, чтобы до конца собрать кубик, нам потребуется два более сложных алгоритма. Сначала мы должны расставить ребра верхнего слоя по местам, чтобы все они совпадали со своими центрами. Для этого мы так же, как на этапе сборки креста, смотрим, сколько ребер совпадает со своими центрами. Вот, к примеру, мы нашли, что зеленое совпадает со своим центром. Смотрим еще. Больше нет. Вращаем. Одно совпадает, второе совпадает. Мы нашли, что два смежных ребра у нас совпадают со своим цветом. Располагаем их следующим образом. Если на этапе сборки креста мы брали одно ребро к себе, а другое налево, то теперь мы поставим одно назад, а другое все равно налево. И здесь сделаем более длинный алгоритм, который придется запомнить. Наклоняем правую грань к себе, поворачиваем крышу два раза. От себя правую грань опять поворачиваем крышу два раза. На себя правую грань поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. Здесь делаем знакомый нам пиф-паф. Опускаем правую грань на себя. Возвращаем переднюю грань. Видим, что здесь белый цвет ни к чему. Поворачиваем правую грань дважды. И не забываем вот так вот довернуть крышу. Теперь видим, что у нас все совпало. Повторим еще раз. Желтая грань собрана. Ищем ребра, которые стоят на своих местах. Оранжевая на месте. Синие не на месте, не совпадают со своим цветом. Зеленые нет. Красные нет. Вращаем верхний слой. Смотрим, это нет. Зеленая правильно стоит, красная правильно. Располагаем так, чтобы правильно стоящие ребра были сзади и слева. И делаем алгоритм. На себя крышу два раза. От себя крышу два раза. На себя правую грань. Переднюю грань по часовой стрелке. Пиф-паф. Правую грань на себя. Возвращаем переднюю грань. Два раза поворачиваем правую. И доворачиваем крышу. Вот все ребра стоят на местах. Также бывают случаи, когда как не вращай, но
вы не сможете поставить два ребра, чтобы они стояли правильно и находились рядом. Смогут, как в этом случае, находиться напротив. В этом случае придется делать указанный алгоритм дважды. Независимо от того, как вы возьмете куб, просто прокручиваем этот алгоритм. Правую грань на себя, крышу два раза. Правую грань от себя, крышу два раза. На себя, переднюю грань по часовой стрелке, пиф-паф. На себя, переднюю грань на место, два раза правую и доворачиваем. Теперь заново ищем. Одно ребро на месте, это нет, это нет, это нет. Делаем поворот. Одно на месте, второе на месте. Располагаем назад и налево. Еще раз делаем алгоритм. На себя крышу два раза. От себя крышу два раза. На себя передняя грань и впав. На себя возвращаем переднюю, два раза правую и доворачиваем крышу. Все ребра на месте. Других ситуаций на этом этапе нет. То есть вы делаете этот алгоритм либо один, либо два раза. Завершающий этап сборки кубика Рубика. У нас уже собрана желтая грань. Первые два слоя и ребра последнего слоя стоят на своих местах. А значит, нам осталось сделать всего лишь один алгоритм, чтобы полностью собрать кубик. Для этого мы опрокидываем кубик желтой гранью к себе и внимательно его осматриваем. Смотрим, вот этот уголок стоит не на своем месте, но он не совпадает по цветам. Этот тоже, а этот вот на своем месте. Синий с синим, оранжевый с оранжевым, все совпадает. Если у нас находится вот такой уголок, мы должны расположить его слева. Желтая грань к себе, а собранный уголок слева. Собранный, либо правильно стоящий уголок. Далее делаем следующее движение. Правую грань от себя, крышу. Продолжаем правую грань от себя. Нижнюю грань поворачиваем дважды. Возвращаем правую грань, крышу. Опускаем правую грань от себя, низ два раза. И дважды поворачиваем правую грань. Кубик собран. Все достаточно легко и просто. Но не всегда кубик собирается с первого раза. К примеру, следующая ситуация. Опрокидываем к себе неправильный уголок, неправильный, правильный. Располагаем уголок правильный слева, желтая грань к себе. Делаем алгоритм. Правую грань от себя, крыша, от себя, низ два раза. Возвращаем правую грань к себе, крыша, от себя, низ два раза. И правую грань дважды. Но видим, кубик, к сожалению, не собрался. Не расстраиваемся, из этого же положения повторяем этот же алгоритм. От себя, крышу, от себя. Низ два раза, на себя, крыша, от себя, низ два раза и правую грань дважды. Все собралось. Но бывает такое, что вы собрали желтую грань, прокинули ее на себя, ищете собранный уголок, а его и нет. Тоже расстраиваться не нужно. Нет собранного уголка, значит, за один алгоритм собрать не получится. Что же делать? А делать все тот же алгоритм.
Но уголок уже искать не нужно. Желтый экранник себе. И просто делаем те же самые движения. Которые на самом деле очень легко запомнить. Мы как бы толкаем от себя вдогонку крыша. И этот же уголок опускаем вниз. Поворачиваем нижнюю грань дважды. Возвращаем. Доворачиваем вот так вот крышу. Опускаем нижнюю грань дважды. И два раза правая. Смотрим. У нас появился уголочек, который стоит на своем месте. Располагаем его слева и повторяем те же движения. От себя. Крыша. От себя. Низ. Два раза. На себя. Крыша. От себя. Низ. Два раза. Правую грань дважды. Кубик собран. Больше никаких хитрых вещей здесь нет. Того материала, который я изложил в этом видео, вполне достаточно, чтобы собирать кубик Рубика. Пара советов для ускорения сборки. Если вы уже освоились с тем материалом, который был изложен ранее, возможно, вам будет интересно узнать пару вещей, которые немножко ускорят вашу сборку. К примеру, обычный пиф-паф мы делаем от себя, крыша, обратно, обратно. Четыре хода, которые достаточно просты и легки. Если при сборке углов первого слоя у нас попадается уголок, который белым цветом смотрит на нас, нам приходится делать 5 пиф-пафов. Но можно сделать один. Один, но обратный. Если мы начинали с правой грани, да, продолжали крышей, то сейчас сделаем наоборот. Начнем. Крыша, правая. Крыша, правая. То есть те же движения, но в обратном порядке. Обычный пиф-паф. Правая от себя, крыша, обратно, обратно. Обратный пиф-паф. Сначала крыша, потом правая, крыша обратно и правая обратно. Таким образом, такой уголок можно поставить за один короткий алгоритм на свое место. То есть всего лишь за 4 хода. Также я настоятельно рекомендую правильно держать пальцы во время того, как вы делаете пиф-паф. Удобнее всего располагать пальцы вот так. Большой палец правой руки снизу, 3 пальца, указательный, средний, безымянный сверху. Пальцы левой руки, большой здесь, указательный наготове вот здесь. Начинаем движение. Правая. Крыша, обратно, обратно. Четвертое движение мы делаем указательным пальцем левой руки. Таким образом, можно пиф-паф делать достаточно быстро. Если повторить пиф-паф на собранном кубике 6 раз, то кубик вернется в свое изначальное положение. Таким образом, можно тренировать выполнение именно этой комбинации, но заодно еще удивлять окружающих. Достаточно быстро получается, поскольку мы не перехватываем. Многие новички делают ошибку и вращают как-то вот так. Таким образом получается значительно дольше. Поскольку большинство движений в сборке кубика Рубика это именно пиф-пафы, очень рекомендую вот это запомнить и использовать с самого начала. Также на этапе сборки ребер многих смущает вот эта ситуация, когда правильно стоящие ребра стоят напротив друг друга. И приходится делать алгоритм для перестановки ребер дважды. Можно переставить за один алгоритм, но немного другой. Сейчас я вам его покажу. Ребра правильно стоящие, нужно расположить одно к себе, другое назад. Делаем следующее движение. Сначала пиф-паф. Дальше правая на себя. Передняя грань по часовой стрелке.
два раза правая, крыша против часовой, правая на себя. Крыша против часовой, правая от себя. Крыша по часовой, возвращаем правую, возвращаем переднюю. Покажу еще раз. Пиф-паф. Правую на себя, переднюю по часовой стрелке. Правую два раза. Крыша против часовой, правая на себя. Крыша против часовой, правая от себя. Крыша по часовой, возвращаем правую, возвращаем переднюю. Покажу немножко быстрее. Пиф-паф. Тем самым мы расставляем все ребра по местам за один алгоритм. Это не обязательно изучать сразу. Можно достичь некоторой уверенности с ранее изложенным материалом, а потом при желании выучить и этот алгоритм. Еще следует добавить, что если выполняя какой-то этап, вы вдруг увидели, что его делать не нужно, то есть на кубике он уже собран. К примеру, вы собрали желтую грань, хотите собирать ребра, а все ребра стоят на своих местах. Это значит, что вам повезло, это так называемый скип, и вы просто пропускаете тот этап, который вы сейчас собирались делать. Скип может быть на любом этапе, и этому стоит радоваться. К примеру, вы решили собрать ребра, нашли два собранных, прокручиваете алгоритм, а у вас собирается весь куб, и углы ставить по местам не нужно. Что в этом случае нужно делать? Только радоваться. Вам просто повезло, этого не стоит бояться. Так бывает. А на этом все. Надеюсь, вы научились собирать кубик Рубика. Тренируйтесь, и все у вас получится. Всем удачи!